там видно-то? Кубочные. Квадратные. Квадраты? Угу. Давайте подождем. О, хорошо. Икс. Улучшилось. Оп. Проясняется чуть-чуть. Че, опять квадраты? Ну, так. Нет, получше. Хорошо. Хорошо. Да? У меня, значит, да. Что-то. А у кого как еще? Скажите кто-нибудь. Ну, прям хорошо видно. Сейчас я... А Настя вообще... Ну, а? Шли конца заблюренные, но не критично. Так, ладно. Ну, в принципе, видно, да. Я думаю, оно потом вернется. Угу. В норму. Ну, я все квадратиками, у меня все это квадратиками. С начала 2000-х. У меня вообще нет квадратиков. Шикарно вижу. С начала 2000-х это все. Угу. Ну, в смысле, не открывалось, а вообще это все из 90-х. Угу. Офигеть. Немного этих у меня штучек. О. Угу. Видно. Так. Оно немножко печать размытая. Польские. Параллельный импорт из 90-х. О, а эти прекрасные обрезанные не этот самый. Не в ней. Да. Это клей, кажется. Или жвачка. А жвачка, наверное. Ну и сама упаковочка. Круто. Ну как, нормально было видно? Ну, вблизи вообще хорошо показывает. Ну так, можно даже текст прочитать. Next. Тут целая куча. TX. Сейчас мы это куда-нибудь. Это просто внешняя обертка. Mm-hmm. Ну, еще одна такая же. А туточки. Так. Здесь очки. А, еще обертки. Зачем я обертки собирал, не знаете? Хотя сейчас интересно. Да. Потому что красивая. Мяу. Самое интересное, конечно, вот здесь. Mm-hmm. О, да, у меня тоже такие вкладыши были. Mm-hmm. Может быть, даже парочка еще осталась где-то. У меня вообще ничего не осталось. Ни фишки, ни вкладыши. Да я тоже, честно говоря, думал, что уже ничего не осталось. Не, у меня у мамы где-то лежит по-любому. Сначала разложу, а потом ближе покажу. Тоже обрезано, не пойми как.
Интересно, а на обертках где-нибудь ГОСТ написано? Ну, срок годности должен быть, по идее. 93-й, вот на одной вижу. Угу. Вот. Ну, второй, что у нас? 94-й. Ну, короче, где-то середина 90-х. Начало середина. Мне было 3-4 годика тогда. Мне уже было прилично. Вероятно, меня еще не было. А я уже к этому возрасту успела 2 раза почти умереть. Ужас. Я, кстати, тоже 1 раз почти успел. Ну, то есть, чуть не успел. Итак. Хотя нет, если считать полет в колодец, то 3. Угу. Смотрим ближе. Что-то написано здесь про каждую. Круто. Угу. Круто. Номера у каждой стоят. Mm-hmm. Чтобы типа знать, сколько ты собрал, mm-hmm. сколько не собрал. Прикольно. И если будет плохо видно, вы скажите. Ну, вот когда подносишь, нормально. Вообще. Оно было бы получше в вертикальном режиме, а так оно в горизонте, и поэтому маленькая картинка на телефон. А поверни телефон горизонтально. Mm-hmm. О, работает, и правда. Вот это открытие. Да. Мы сегодня все подтупливаем. Хотела сказать пятница, а потом дошло. Было бы вчера. Красивая машинка. Да. Кабриолет. Эти лёгенькие. Такие обратно становятся популярны. Ну, в смысле, тех времен. Ну да. Футуристичная немножко. Так, как она нужна? О, это еще не все. Это даже из одной. Тут, короче, их полно. Дима, ты... Мы будем смотреть. Что? Мы все будем смотреть, господи, почему я по 3 раза пустую. Ну так, конечно, а что же мы не будем смотреть? Это, Дима, ты, в общем, станешь миллионером, если продашь. Ага. Я же тебя, Настя, не заставляю смотреть. Можешь не смотреть. Нет, ну если ты имеешь в виду деньги из этой, из монополии. Не, на самом деле, я думаю, что у кого-то кто-то собирает. Я думаю, на Авито можно покинуть. Наверное. Кто-то дособирает. Оп. Они же в довольно хорошем состоянии еще. Так, кот заинтересовался этой игрушкой. По крайней мере, он хотя бы сидит рядом и смотрит на нее. Прогресс. Mm. Mm-hmm. Ну, я и говорю, заинтересуется когда-нибудь. Рано или поздно. О, какая красота. Немножко зелененькая. Угу. Ну, с этим, как она называется? С когтеточкой картонного, но все еще никак. Уже год. Больше года. Не судьба. Кто-то собирал это... все эти номера. Угу. У меня такой цели вроде не было. Я просто собирал. Ну, в смысле, какие были, такие. Угу. Марика, может, ему просто не нравится точка в таком положении?
Так меняла же много раз. Она стояла минимум в 4 разных местах. Так. А в смысле, это я там горизонтально, вертикально? А. Под разными углами, разными сторонами. Текст. Напиши в этом в интернете, что отдаешь, и бот сразу поймешь, что это такая хорошая фигня. Я уже обещала, это единственная штука, с которой это не подействовало. Угу, понятно. Думаю, это просто не его кусочек сахара. Блин. Кот пришел, ну конечно, шуршалки. Не да. Трогай телефон, пожалуйста, не надо. Так, ну и чего ты свою попу прислонил? Кот. Он принимает участие. Так, ладно, это антракт. Контракт. Сейчас кот потрется обо все носом своим. Пожалуйста. Прилег. Опаньки. Дайте котечку в день. Смотрите, кто у меня есть. Ух ты. Бартман. Барт 7. Ага. Только это перевернулся картинка. Вот это прям вообще. Да. Вверх ногами? Да. Странно. Это прям можно это куда-нибудь фоткать и выкладывать. Сейчас норм. Сейчас норм. Да, это вообще. Это же вот. Супер раритет. Вот это прям, мне кажется, даже будет стоить. Угу. Это наклейка или что? Да нет, вроде. Короче, Дим, надо будет отсортировать. Я тебе говорю, вот это можно почекать. Мне кажется, это будет стоить. Угу. Если этой штуке 30 лет, то я бы даже сказала... Неужели ты думаешь, что я буду продавать? Интересно же посмотреть, ну, сколько стоит. Через 20 лет она еще дороже будет. Если убрать какой-нибудь закоулок. То... Если дожить. Да. Да. Ну, это, да. Если что, завещать кого-нибудь. Церковь какую-нибудь. Кату? Я не знаю, кто это. Ну, кату можно, да. 82-й. Ух ты. Но это рисунок 82-го. А, угу. А так-то кто его знает, какого оно года? Угу. Нигде ничего не написано. Интересные картиночки. Нет. Сейчас. Как-нибудь раньше были зацеплены, так же зацепить. Во. Так. На eBay футболка стоит 50-60 баксов. С Бартменом? Да, с Бартменом. Да. Да. Какие-то пуговицы. Три значка стоят 2700. Рублей? Да. Однажды 80-е, 90-е. Мне сказать, что я это помню. Так. Ну, короче, не супер великих денег, но сколько-то стоит. 1000 по 2-3, может быть, вот этот фантик. Вполне. Может быть, может быть. Вы главное говорите, если будет плохо видно, я буду ждать.
Так, что у нас дальше? Футбол 94. Смотрите, ну, всего одна такая. О, вот это я помню. Я их куча была. Там на каждую страну было. Да, это наклейки. У меня в туалете на двери было наклеено. У меня не было таких. Так. Том и Джерри. О, такие я тоже помню. У нас таких. А, ну, может, и были. Не знаю, мне Том и Джерри не очень нравился. Да ладно. Это, кажется, переводилки были. Ну, там написано. Очень параллельный импорт. Прям, я бы даже сказала, очень-очень параллельный. Это нам до сих пор можно переводить, что ли? Видимо, уже нет. Охренеть. Видимо, уже нет. Они что-то... Порозовели. Плохо стало. Ну, можно попробовать. Химия там была, это какая-то розовая жидкость, забыл, как зовется. В химии? Да. Фенолфталин? Да, да, да. Угу. Слушай, ну я попробовала перевести, мне это прикольно было. Похоже, они где-то влажность была, когда они лежали. Вот. Досадненько, досадненько. Хоть помогает усилим. Дим, ну не мни их лишний раз. Так я и не мну. Я наоборот выпрямляю. Потом обратно просто складываю, как было. Ну, это... Так как бумага 30 лет лежала, она ломкая как бы, не надо лишний раз. Да. Не, она не, нет, не ломается она. Нормально все. О, собак. Хоть какое-то разнообразие. Как это я... песика звали? Не знаю, не фанат Тома и Джерри, поэтому... Да. Он, по-моему, отдельно. Или он там тоже был? Да и где-то он точно был, вот где. Ну, наверное, там. Он, по-моему... Ну, да. Он, по-моему, какой-то следователь, ну, этот, как его, частный детектив. Дим, ну можно просто пальцами расправить, не гнуть. Не занимайся варварством. Я не понимаю, почему этот Том так возбужден. Почему под ним коричневая лужа? Это тень. Окей. Прикольно. Складываем обратно. Вау.
что у нас тут дальше идет? Турбо. Ой, я помню. Супер баблгам. Ну, в общем, да, она была вкусная. Быстро заканчивалась. Можно было макнуть в варенье и чуть-чуть. Сахар в рот. Сахар. Да. Тяжелое советское, постсоветское детство. Жвачка уже появилась, а вкус еще не завезли. Так, ну это мы уже видели. Просто разного цвета. Так. И сами вкладыши, значит. А, нет. Ой, еще синенькая есть. Так, а здесь год какой у нас написан? Отчет-то никакой не написан. Странно. А, нет, 94-й написан, да. 94-й. Бумажечки Курту. К бумажечкам он более-менее спокойно относится. Вот такая вот интересная. Прекрасно, да. О! Большая. Вам не просто так. О, это Астон Мартин. Какой-то. С робо-женщиной. Ай, нельзя трогать лапками. Ага, ему скрепка, интересно. Нет, кот нельзя. Нельзя. Отец Керам. Альфа Ромео. Крутые были. Да. Это интересно, концепты или все-таки реальные? Прототип. Ага, ну концепт. Ага. Так. Кот. Ну, вот ты не перевернулась картинка, нормально? Нет, нор. Окей. Юху. Кот ушел. Так. Две одинаковых. Да. Можно одну продать, одну оставить. Или поменять на какую-нибудь, которой нет. Потом весь сет продать. Мальчики выросли, а один фантиками остался. Наверняка. Есть, думаю, какие-то эти сообщества. Даже не сомневаюсь. Красивая очка. Родстер 1948. Триумф Родстер. Ну и, в общем-то, вот. Виттарини. Вот они две одинаковых. Так. Складываем. Мне кажется, они в эту коробочку не влезут уже. У тебя получится, Дим. А? У тебя получится. А где ты их нашел?
в другую коробочку. У бабушки. Сейчас я это все запакую. Так, следующее. Нет, сначала это. Терминатор. О. Это еще, наверное, первый. Данкин. А, вот какой там год у нас написан. Не видно. Нам вообще ничего не видно. Слишком много. Квадраты? Ну, не квадраты. Ну, этот... так, размазано. Мелкий текст не видно. 91-й, кажется. Угу. Когда там? В 93-м вроде терминатор второй был. Круто. Круто. А, нет, в 91-м как раз. Наклейка. Круто. Это, в принципе, фанатам может зайти. Куда? На холодильник. В коллекцию. Да. Ты недооцениваешь сумасшедших вот этих коллекционеров, серьезно. Угу. Ну, почему? Потому что так. Ты похитиваешь. Лазер. Так, не помню. Турецкое, что ли, все? А? Турецкое все. В основном, наверное, да. Так. Ну, в принципе, да, с Туркой же водили одежду, за мной жвачки прихватывали. Угу. Тут что-то вообще... А, 92-й. У меня было финских. Немало, потому что там ближе всего. Ну да, ну да. Военное что-то? Да. Угу. Ща. А. Нормально, не квадратится? Ну, норм, в принципе. Можно рассмотреть, что там. Рута какая-то. И самолетик. Угу. Красивенький. Так, что у нас тут следующее идет? Love is. Oh. Love is. Я помню... Собирал. Дим, это ты скрепочку не собирал? Наверное. Что ты там помнишь? А это у подруги, у соседки в Карелии еще. 93. Короче, угу. Родители купили целую эту коробку лавизов для как этого, блин, какого-то, ну, из родни кого-то. И мы из этой коробки тырили. Кстати, это не чешский этот художник, Марик? Вот не могу быть уверена. Дим, читаешь, что написано? Или оно там не на английском? Нижняя часть на английском. Pretending that you be not, not noticed the beautiful blondes when she's with you. With you. Вам лучше видно, чем мне. Мне не видно, чтобы... Offering bear the biggest slice of your favorite cake. Oh. Все, что-то две. Раскармливает. Ну, может, еще будет. Может. Может.
Блин, вот как на первой фото у Жени, вот часть, где мотоцикл, я помню, у меня такая была, вот она была прям. Ого! Так, а Женя там? Женя. Женя. Уже раскладывает. Я нашла свое. Свое. Вау. Круто. Вау. Отто-мото. Да, там цены. Да. Так, вот. Какой год у нас тут? 92-й. Кажется. Кажется, 92-й. Кстати, лавейзы у всех же кубические были? Нет. Нет. Нет? У нас кубики были. У вас это у кого? В Карелии. Геннадий. Он про форму. Кубики? Прям кубики? Ну, нет, да, я про форму жвачек. Ну, у нас были прямоугольнички. Они были короче, толще, но прям не кубики. Ну да, не кубики. Ну, может, да, я почему-то помню, что были... Они были толстенькие довольно, но все-таки не кубики. Да, не кубики. Значит, я неправильно помню, или в Карелии были какие-то особые приколы. Это кто? Прототип. Джапон. Так, ну да, такие в 90-х. Да, в 90-х только прототипы были, конечно. Так, кто это у нас? Финал 92. Какой-то футбольный. Да, что-то футбольное. Что там в 92-м было? Какая-то это. Когда там Аргентина и Майк? Нет, кто это? Какой? А это не футбол. Да? Так, ладненько. Сейчас. А, вот. Вот это футбол, а это просто сюда затесалось случайно. Не очень понятно. Гонщик какой-то. Какой-то гонщик. Да, гонщик. Не написано там? Вот написано. Не очень видно. Арно Рене, что ли? Не знаю. А, Рене. Что-то знакомое. Француз, явно. Странно. Упаковки, ну, упаковки две, а вкладыш один. Угу. О, это в 92-м европейское самое. Такие вот турнир, как он называется? Короче, футбольный вот этот. Да, наверное, Евролига. А? Зачем? Скажу и вернусь. Хорошо. А, чемпионат Европы по футболу был в Швеции. В 92-м. Так. Hero of Space. Вообще понятия не имею, кто это. Наверное, кто это? Какого-то комикса. Может быть. О, да. Какой-то китайский комикс. Тут даже года не написано, по крайней мере, обычными цифрами. Да, минус три. Прекрасно. Так, а это что? Что-то? Так, ну, Hero Space, вот. Роботы подъехали.
Угу. Господи. Наливаешь чай, доходишь до комнаты, в чай уже два волоса кошачьих. А это непонятно чего. Так, кот, ты что там делаешь? Сейчас, секунду. Кот, не трогай. Ты там чего? О, Альф, прикольно. Да. Ой, так. В общем, что-то происходит. Я помню сумасшедший совет. Так, кот, не трогай. Котик. Котик, там стоит банка со всякими болтами, винтами, гайками. Чем бы ее накрыть? Сейчас, секунду. Так, есть я уже явно не буду, а вот шоколадкой догонюсь. Угу. Я узнала, что в одной этой дольке литра спорта 4 грамма. Угу. Математически вычислила. Прекрасно. Круто. Так, следующий. Макс. The Explorer. Какой-то сыщик. Хотя написано Explorer. Дора, ты эксплорер. Сейчас. Опа. Ой. Сделано в Греции. Машинка вылетать собралась. Сделано в Греции, когда? Когда-то сделано. А Женя, это там у тебя что-то не сбалансированное в машинке? Да, там постельное белье не всегда проблема. Похоже, сегодня день бастующих машинок. Нет, моя всегда такая. В общем, странно, год нигде не написан, дата производства не написана нигде вообще. Странненько. Прикольно. Да, кот. Я спрятал, да. Я знаю, что я спрятал. Он мне говорит, что я спрятал. Я в курсе, да. Спасибо. Какой заботливый кот. Так, что у нас тут следующее? О, ничего себе. Ничего себе. Как это снять? Очень аккуратно. Какая-то скрепка странная очень. Смотрите-ка. О, это знакомое что-то. Так, 85-й, но это опять копирайт. Угу. Я смотрю, уже тогда у Иишки были проблемы с пальцами. Точно, точно. Это у людей проблемы с пальцами? Угу. А Ишка учит у людей, так что мы обречены. А, это Кузя. Да? Типа. Ну какой это там? Не узнала вообще. Может и нет. Лебен, что-то там. Читай. Не, размыто все. Ну и ладно. А у меня чётенько было. Ты успела? Ну, незнакомый для меня язык.
Я бы успела, если бы могла. Но нет. А как этого Кузя, который этот, передача была, можно было звонить и играть телефон? Суперсоник. Да, ага. Не, там Кузя какой-то домовенок. Нет, Кузя был, да? Там был Кузя, прям Кузя, по-моему, так и называл. Угу. Я помню, что мы могли звонить. Да, когда мамы не было дома. Так, ничего не видно. Алан Шерер. Шерер. Не знаю такого. Я тоже никого не знаю, поэтому без понятия, кто это. О, Дональд Дак. Этого я знаю. Тоже переводил кино, как Том и Джерри был. А, я посмотрел, это не Кузя, не тот. Другой совсем. Так, какой у нас тут год? Чё-то не вижу. Ну, примерно. Ну-ка. Примерно из того же времени. Так. Вкладыш пластиковый. Короче, он не разворачивается. Я так подержу. Вот так. Угу. Это пластик, не бумага. Дональд Камп. Кузин, ты все закрываешь. А? Да котик пришел, все закрывает. Так, ну это тоже переводилка, очевидно. Явно корм пахнет. И хрюкает. О, цветная переводилка. Так и они все цветные были. Некоторые просто обесцветились. Да. Они нормальные были, это я помню. Так. О. Что-то на арабском. Микки Бобби Гам. Остальное на арабском. Ну, это тоже Дональд Дак. Микки Бобби. 2000-й. Или D2000, это что? Нет, наверное, что-то другое. Вряд ли в 2000-м я покупал двоечки. Очень маловероятно. А я в 2000-м как раз покупал. Ну, в 2000-м мне было 19 лет. Уже не доживачка был. Вряд ли, да, я такие покупать бы стал. Вот это самая офигенная жвачка. По вкусу я имею в виду. Кто помнит? Так. Она была просто офигенная. У меня такой не было. Литовская или латвийская? У меня тоже такой не было. Это чисто, видимо, Балаковский прикол. Ну, нет. Ну, или... Латвийская или литовская? 92-й год. Может, ну, тогда было не доживать. Мне тоже. Очень ощущается. Очень вкусная была, очень вкусная. Очень такой сильный аромат колы. Троянский конь. Да. Я помню, Польке нравились такие дынные. Ну да. А еще, помимо колы, что-то еще было такое очень крутое. Печерское. Держал курилку. О. Не очень понятно. Конем. А, да, сабли. Да.
Сыровидненько. Mm. Дурацкий телеграм, выходишь, он перестает грузить. Я хотела вам видео загрузить. Сегодня кот был очень голодный, поэтому урчал и мяукал одновременно. Я это называю журчал. Ну, вы скажете, он очень... немного в другом месте, нет? Он просто звуки издает. Они вроде как и мяуканье, но с урчанием смешно звучит. Он обычно так делает, когда я от Димы приезжаю. Mm-hmm. Он очень рад меня видеть, поэтому... Все-таки вернулась. Да, поэтому он учит и мяукает. Сегодня, видимо, тоже был рад. Mm-hmm. Интересный вкладыш, сейчас покажу. Это Дональд Трамп? Видимо, да. Это этот, по-моему, каких? Вообще ничего не понятно. Garbage Kids или как они там? Скиньте скриншот, потому что у меня все разблюренное. Я хочу это. У меня такое тоже. Не очень. Всех. Четко. Сейчас сделаю. Угу. О, хорошо. О, пока. Да, у меня ужасно. Надеюсь, у меня нормально записывается. Хорошо показывает. Mm. Ты уже убрал этот файл? Да. Mm-hmm. Я им ты далеко его убрал? Пока ж обратно я за скриншотчик, как у меня показывает замечательно. Я примерно знаю. Это не жвачка, это просто откуда-то вырезана картоночка. Ну, да. Mm-hmm. Хотя уже повесточка. Точно. Нет, там же цвета не по порядку идут. А, радужные это. Не-не, там нормально, не по порядку цвета. Я думаю... Я не могу сделать скрин. У меня перестало делать скрин. С телефона? Да. У меня была такая же фигня. Только-только работала, а сейчас, говорит, нельзя политика безопасности. Угу. У меня это решилось включением этого, как его, безопасность там какая-то. Короче, надо включать скринлок или что такое, ну, в общем, чтобы по отпечатку пальца там входить. И иногда приходится входить-выходить. Я попробую перезайти. Гиннес Рекордлар Сериси. Ну, вы все видите. Ну, так. Размытненько. С моей то, стороны. Подожди, она британская или нет? 92-й. Ну, там английский или турецкий? Ну, явно не английский. Там что-то из балтов. Угу. О. А вот это Турция, походу. Сейчас я еще раз тума. Хотя стюрит. Оно такое размыто напечатано. У меня еще хуже. Ой, так это фин. Испанский? Эстонский все-таки. Вот это читаешь. Ну, Агустос, вот это как бы вроде эстонский. Знакомое слово. Я не очень в нем знаюсь. Литовский с латышским в принципе путаю. Что у нас тут следующее? Да, явно где-то во влажности было. Угу. Поржавело скрепка. Да. Угу. О, Микки. Целый комик. Там что-то написано, но так мелко, что трындец. Угу. Вообще
Что-то военное. А, ну, а футбол. Ничего не понимаю, что написано. Что-то написано. Так, о, розовая пантера. Какие скрипки-то все внутри? Не первый раз, наверное, смотрится. Надо пойти поискать мелодию розовой пантеры, а то мне что-то инспектор Гаджет. Спасибо. Можно не искать. Надо этот фильм посмотреть. Я недавно, кстати, смотрел из первых. 85. Оно это опять копирайт 85-й. Дата нет. Странно. Так, тут их несколько. Сейчас я их сначала. Я три всего, ну ладно. Мне сейчас казалось, что больше. Может, где-то еще лежат. Может, всего три. Забавно. Прикольные рисуночки. У нас кто? Черепашки. Да, я тоже сразу заметил. Но какие-то другие. Так. Какой там год? Да, 91-й. Как терминатор прям. Комиксы. Микрокомиксы. Даже не комиксы, а просто картинки. Из всех вкусов жвачек я, наверное, только вот эту колу помню. А турбо еще помню. Love is. Love is. Ну да, и тоже. Но я так не особо.
У вас с динозаврами не было жвачек? Верно, были. Но не в наше время, не в мое. Не помню такого. У нас, кажется, тогда не было по динозаврам сумасшествия. Я помню уже с наклейками только. Я вот не помню наклейки. Парк юрского периода, когда вышел фильм? Я думаю, после этого началось. 96, наверное. Сейчас. Ну, по идее, это да. Девяносто третий. А, ну, видимо, популярность не сразу пришла. Наверное. Я не помню вообще с динозаврами ничего. Никаких жвачек. У нас еще было... в общем, были такие очень маленькие фигурки динозавриков. С каждой жвачки можно было выбрать фигурку. Потрясающе это. Ровно посередине. Прям ровно посередине. Собери их все. Да. Иначе неинтересно. Причем еще собери из одной серии конкретной. Немного упорото. Что происходит? Кажется, кого-то вешают. Похоже. Без контекста не понять. Так. Осталось последняя. Да. Последняя упаковка. Пачка. Полный комплект динозавриков продается за 2700 плюс рублей на аукционе. Продавался. 5 лет назад. Что-то я такого вообще не видел. Какие-то у вас эти восточные интересные штуки были. Понятно. Вот еще... Собственно, то же самое, только другого цвета. Там фигурки динозавров продавались по призу, спецприз по жвачке. А вот это немножко отличается, зеленое. Так, что у нас тут? О. Что-то происходит. Кот пытается достать коробочку. Это явно что-то из Турции, наверное. С какого-нибудь мультика их делали, типа того. Хе-хе, ворона прикольная. На Владимира похож, чувак. Чуть-чуть видом. Так, тут что происходит у нас? А, видимо, если все собрать, то будет у тебя комикс.
Хотя бы номера написали. Номеров-то нету. Угадай сам потом, зачем идет. Интересно. Все. Они закончились. Все. Совсем все? Совсем все. Угу. Вообще совсем вот. Все. Было прикольненько. Да. Что они больше сюда не влезут. Можно их туда влезть. Может и влезут. Может и влезут. Это, кстати, по динозаврам та же компания, что Терминатора делала. Дан... Прекрасно. Да, Данки. Обертка от Терминатора на сайте под названием «Мешок» стоит 15 рублей продать. Ну, начальная цена. Это какой-то этот аукциончик. Мешок этот вообще рабочий, аукцион вообще работает еще. Не знаю. Там кандидаты есть. Так, сейчас 20 заканчивается 28 марта. Этого года. 23-го, да, этого. Выложено 26 февраля. Да, видимо, работает. Я думал, он уже давным-давно не работает. Угу. Ну, наверное, так себе работает. Я... Наверное, так себе. Потому что что-то не слышал вообще, что кто-то им пользовался. Угу. Ну, видимо, это такое стало ниша очень специфическая. Кажется, я упаковал. Угу, круто. Угу. Вкладыши Терминатора 3. 8 штук, 2200. Угу. Связочка. Даже веревочка, да, своя. Отлично. Прекрасно. Ну, собственно, и все.